помощью чего? С помощью цикла, с помощью чего управляет? Переменная. Переменная Лукин, да? В которой было 4 состояния или 3, да? Да. Тут Лукин равно yes, no, s и l, да? Вот эта вот переменная Лукин, которая всем управляет, это гениальное изобретение, поверьте мне. У этой темы будет большое развитие, большое будущее. Когда вы, это пример из большого программирования. Потому что, извините, всякие говнокодеры написали бы по-другому. Поверьте мне. То есть у вас есть одна переменная, которая всем управляет фактически, да? Вот все объединяем через мы все объединяем через эту переменную. Вот здесь вот, если вы задумаетесь до такого подхода, он сильно облегчит вам жизнь. Что скажешь? 40 баллов своих. Ну да. Посмотрим. Мы всегда вообще не жалеем дополнительных баллов для тех, кто реально отжег. Так что делайте быстро первое задание, и у вас будет возможность поджечь. А то есть кроме вот этих операторов больше ничего не будет распределено. А да. Что лучше можно будет? Вам этого хватит. Понятно. Там комментарии могут быть, в комментариях внутри что угодно. Вот там допустим апострофы там. Короче, хватит вам этого. Хватит. Комментирование имеется в виду, не надо заглавных срочно делать, срочно заглавных. Вообще не надо. Такой задачи не стоит. Считаем, что тут все уже заглавные. Просто это ничего не добавляет в суть решения задачи, объем увеличивает. Не надо. Считайте, что все уже заглавные. Перерыв. Так, первый случай.